Друзья, приветствую вас на нашем канале «Украшения и сказки». Это я, Светлана, и Герман. И мы хотим вам представить, вот сейчас я сделала вот такой кулон, украсив его, я уже работала с такими перламутровыми кулонами, украсив его бисером чешским, хрустальными бусинками, и хочу сделать к нему небольшое украшение из гематита с применением вот таких либо стеклянных прозрачных, либо стеклянных сероватых бусинок. Посмотрим, что получится. И вот, друзья, что у нас получилось. Ну, начну с того, что я вчера сказала, вот сделала кулон, и в итоге получились вот такие у нас бусы и кулон. Я здесь применила перламутр, бисер и также гематит и хрустальные бусинки. Так выглядит задник. Здесь кожа. И вот таким образом смотрится. Тут у нас замочек карабин бронзовый. На манекене мы обязательно посмотрим. Также сделала вот такой, знаете, просто что-то мне захотелось вспомнить вышивание бисером, и вот я решила это сделать. Вот такой комплект, брошь и серьги. В серьгах у нас агат внутри, а в броши яшма. Ну, вот такой жук. Жук с крылышками. Все поднимается. Здесь я применяла китайский бисер, правда, но вот животик и такие лапки. Я решила сделать и задние лапки тоже, потому что как бы только передние, получается не жук. Вот. Вот такой комплект украшений, набор украшений появился у нас. На манекене сейчас покажу, как смотрится вот это с бусами. Вот так это украшение смотрится на манекене. Замочек. Ну, вполне даже нарядное и в то же время сдержанное украшение.